Привет, друзья и зрители канала. Сегодня мы будем распаковывать саженец малины, купленный в магазине Fix Price. Так вот он у нас выглядит. Заодно его и посадим сразу. Дальше все замотано в пищевой пленке. Высаживать будем в горшочек, потому что сейчас на улице у нас снег. Пришла собака. В итоге у нас получается там такой длинный корешок. Он был весь скручен. Можно видеть, вот они беленькие, маленькие корешочки, то есть он потихонечку просыпается, корешки живые. Грунт внутри был влажный, все хорошо было запаковано, так что я думаю, что малинка должна прижиться. Сейчас подберем подходящий горшочек и посадим ее уже в горшочек. Вот в такой импровизированный горшочек посадили малинку. Корень был очень длинный, поэтому не нашелся у нас никакой горшочек. Просто посадили в отрезанную бутылку. Теперь мы поставим где-нибудь на окошке. Она будет стоять вместе с виноградом. А уже когда потеплеет, то высадим ее в грунт. Тогда уже на второй год, как заявлено производителем, посмотрим, как малинка будет плодоносить. We'll be right back.